Внимательно. И он попадает под три или пять канонов, которые извергают из сана его. А он приезжает не один, там и архимандрит, и священник, и иеромонахи. Однажды приехал, он, наверное, весь плевческий хор сюда привез. Как они интересно пели. Вот они ласточки. Не стали летать, а сели и поют. И в интернете стоит, как ласточки поют «Христос воскрес». Чудо такое. Это Бог делает так. И вот этого человека, который говорит, что скажет Бог, то изреку и я. Заученная фраза у Михея. Такому в рот не заползет змея, не нанесет он гуши ахинею. Мое стихотворение Виктор Николаевич не поет. Разрешите? Так, я коротко. А? Меркантильный такой вопрос бытовой, можно? Не знаю, давай. Это, братья, ну, приехали мы все вместе, должны так, как бы дисциплина, дружно. В туалет нас много ходит сразу утром. Вы, пожалуйста, за собой вот эти вертушечки закрывайте. А то стоят все и ждут, а там пусто. А там и пусто. Никто потому что никто не подходит, и, ну, стучаться не принято, конечно. Давайте. И вчера вообще это было тяжело. Там за домом как бы и меня старшим поставили, и я сижу, жду. Ну, как бы зашли, половина зашла, половина нет. Как растворились, уже темно. Я сижу, жду. В трусах жду. Сейчас задвижку закрыть надо. Никого нет. Хорошо, зашел отец Сережа. Я говорю, где все? Они работают. Ночью уже работают, уже помолились, уже тут занятия прошли. Что делают? Не хватило всем места, палатку ставят. Кому места там не хватило? Тут еще у нас место есть. Я говорил, да, сейчас дайте, чтобы не уходило. Так, сегодня мы когда вернемся, который у нас будет какой день. Служба начинается примерно с 3 часов. Сейчас у нас обед будет. Отдохните, чтобы на службе не дремать. Теперь еще раз повторяю, кто же не знает. Когда священник пойдет каждение кадилом, он кадит не людей. Вот начинает за ним крутиться. Стой, как стоял, так и стой. Можешь голову опустить. Каждение иконы. Ты еще не икона, что ты крутишься? Так, теперь вот. Когда будем подходить вечером к Евангелию, вдвоем, два поклона. Вместе синхронно, вместе поклонились, мы по одному иконы и Евангелие по сторонам, с двух сторон, еще один поклон, и тогда подходим к священнику, а священник стоит в это время, благословляет, и помазание идет. Все. У нас очень просто все, но все синхронно должно быть так. Должно быть порядка. От Риги в Барабаш уже ездит с утра. Каждое утро объезжает все владения. Вот как. Так, со стол, давайте скорее на стол. Помогайте, сестры. На кастрюле принести с улицы.